План подготовки к предстоящему отопительному сезону был утвержден администрацией города еще в ноябре прошлого года. Объем работы очень большой. В данный момент МУП РМПТС обслуживает 73 котельных, 124 центральных тепловых пункта, 11 повысительных напорных станций. На балансе предприятия находится 800 километров внутриквартальных тепловых сетей и 260 километров магистральных теплосетей, которые были переданы от УАО «Квадро» еще в 2013 году. Фактически подготовка в связи с таким большим объемом началась в феврале текущего года. Начали мы с ремонта текущего и профилактического водоподогревателя на центральных тепловых пунктах, потому что в отопительный сезон, ну, отопление, сами понимаете, отключать нельзя. Основная подготовка началась сразу на следующий день после окончания отопительного сезона, то есть 23 апреля 2016 года. Первичная подготовка подразумевает проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, профилактический текущий ремонт котельных центральных тепловых пунктов, капитальный и текущий ремонт теплосетей. Цифры все не секретные. Еженедельно мы отчитываемся перед администрацией города. Информацию можете получить в пресс-центре администрации по всем видам работ, по всем планам, насколько выполняется и где какие задержки происходят. На данный момент подготовка идет в соответствии с планом. Больше 70% работ уже выполнено. То есть можно быть уверенными, что к 15 сентября все работы будут завершены и отопительный сезон начнется вовремя.